Всем привет, с вами снова Колян. Егор немножко устал делать видосы, и я решил его чуть-чуть подменить. К сожалению, моя подмена, ну или к счастью, моя подмена выпала на самокатный обзор. Но в следующий раз я обещаю вам, что сделаю что-то BMX-овое. Собственно, в руках у меня новая дека Native Advent в новом цвете Rufus, а значит, сегодня у нас обзор поставки Native. Собственно, сам бренд Native, он из Австралии, и один из его основателей, наверное, даже он один его делал, это Риган Томпсон, это райдер из, как это ни странно, Австралии, из города Брисбен. Собственно, можете найти его в Инстаграме, очень круто чувак катается, и когда-то он со своим другом начал делать вилки, и все это перешло во всемирно известный бренд Native, который, собственно, сейчас, ну, реально знают все и выпускают одни из лучших стритовых запчастей. Собственно, нам приехали запчасти в новом цвете Rufus, это дека Advent V2, она выглядит очень круто. Rufus, прям, если дословно переводить, переводится как красно-коричневый, но так она и выглядит, такой кирпичный цвет. Ее убираем в сторону, потому что у нас есть намного более интересные штуки, а именно промодельная дека Нейтана Флеминга и промодельная дека Кая Сандерса. Собственно, начнем с промодельной деки Нейтана. Нейтан очень давно в самокатной движухе, и, собственно, он достаточно высокий парень. Он любит большие доски, поэтому его промодель в ширине 6 и длиной 23. Он, наверное, был первым райдером, и, скорее, даже по его запросу Native начал делать шестерки. Это, опять же, мои предположения, но тестить он ее начал одним из первых. Именно шестую ширину деки, когда еще не было его промодели. Собственно, у него дека в цвете бесцветный. На абсолютно плоском дне его промодельная графика. Это фламинго с сигарой. На заднем фоне либо Брисбен, либо Рочдейл. Брисбен – это город, где живет Нейтан. И Рочдейл – это город, где родился, но на самом деле это пригород Брисбена. «Fam Hungry» – надпись. Это очень старая австралийская крю самокатная, у них есть большое видео. Она на самом деле не только самокатная, и вот у них есть большое стритовое видео. Загуглите даже на ютубе, наберите в поиске, прикольное катание для 16 года. И что самое крутое, видео на 40 минут, даже на 50, и 10 минут из них катаются BMX-еры. То есть у них крю там и BMX, и самокаты, они не враждуют, и они катаются вместе. Собственно, это правильно. И также у деки розовые декенды в продолжении темы фламинго. Следующий у нас Кай Сандерс, Сандези. Она длиной 21,5 и шириной 5,5. Дека золотая. Кай, он на самом деле очень давно известен. Он долгое время катался за Феникс и всегда катался на золотой деке. В какой-то момент, ну, Феникс, сама фирма начала, наверное, умирать. И Кай перешел в Native. То есть ребята ему предложили кататься за них. И первым делом, когда он получил свою доску Advent, он покрасил ее из баллона в золотой цвет. Ну, он всю жизнь катался на золотых деках. И теперь дека Native покрашена в золотой, и на нее добавлена промодельная графика. Собственно, надпись Сандези, Сидней, родной город Кая. К нам наконец-то попали грипсы Native Emblem. Наверное, одни из самых мягких грипс, которые я трогал. Они, может быть, даже мягче, чем этик. В цвете Rufus, в бежевом цвете, в зеленом цвете, ну и, конечно, черный. Зажимы Орка в супер крутой упаковке, чтобы ничего не помялось, не покоцалось. В цвете Rufus под Хик. И СКС-ки тоже в цвете Rufus. Тоже очень круто смотрится. Дальше у нас приехали рули Native 3 Cast. Native – одна из первых компаний, самокатных компаний, которая начала использовать технологию Invest Cast в рулях. Мы с этой технологией уже очень давно знакомы по BMX, потому что, ну, собственно, на BMX-вилках, на BMX-рамах это очень давно используется. Деталь у BMX – это дропауты в основном. Здесь соединительная, так скажем, я не знаю, часть двух половин руля, она выполнена методом ковки. То есть вот эта часть, она цельная. Дальше обваривается вот здесь по кругу и обваривается здесь. Это помогает значительно выше увеличить площадь стварных швов и перенести критические точки, точки критических нагрузок в другое место. То есть нагрузка идет
ну, где-то здесь, если вы свариваете просто. Здесь, ну, то есть шов находится там, где руль практически не использует нагрузок. И шов становится больше и длиннее. Руль он высотой 71 сантиметр и шириной 58. Выглядит очень круто, стоит чуть дороже, чем обычные рули, но я думаю, за него стоит отдать эти деньги, потому что он должен быть очень прочный. Доступен в цвете RAW, ну, не крашеный под лаком, и черный прозрачный лак. Черный прозрачный лак. Какую-то я фигню сказал, в общем, вот такой. Наверное, самое интересное для начинающих райдеров – это линейка запчастей STEM. STEM – это Complete Native, очень известный. Наверное, один из самых крутых комплитов стритовых на рынке. По крайней мере, они очень крутые и с отстеком могут вполне поконкурировать. Зажим SKS только под тонкие рули на жирных болтах. И стоит он чуть больше, чем 1500 рублей. Вилка под СКС с выборкой под гайку. Влазит 120-е колеса. Чуть больше 4000 рублей. Дека Native STEM. Плоское дно, практически плоское. Blunt Space огромный. Ширина 5,25. Длина 22. Fender сразу установлен. Чуть больше 7000 или 8. Я сейчас могу ошибаться, цены будут все внизу. Не внизу, на сайте. А ссылка на сайт будет внизу, да. Последние по счету, но не по значению. Это, собственно, сами комплиты Native STEM. А обзор на него мы уже делали. Даже Санек бородатый был в шоке от этого комплита и очень хотел его себе. Собственно, у Санька теперь появилась возможность купить себе самокат. И если он все-таки решит это сделать, я думаю, это будет Native STEM. Обзор есть уже на нашем канале, ссылка будет в описании. Если хотите подробнее узнать про него, переходите по ссылке и смотрите. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите, про что еще снять обзор. Про что из BMX-ов мне снять обзор. И всем пока.